Лучше поздно, чем никогда. Хотя и с опозданием. В городе начали подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону. Сегодня заместитель мэра Дмитрий Сверкин вместе с представителями КП «Основание» проверял ход работ в Хортицком районе. Это проспект Советский, 7. Сейчас меняют участок трубопровода. Оплата работ из карманов населения. Сумму за текущий ремонт жильцы увидят в графе «Обслуживание дома». Это именно холодное водоснабжение, которое... Сейчас актуальная тема по подготовке к зиме, чтобы у нас не было свечей, затоплений, и люди были у нас с холодной водой. Из подвала одной девятиэтажки на крышу другой. На Воронежской, 14, собираются ремонтировать крышу. На сегодня по городу перекрыто порядка 25 тысяч квадратных метров кровли. Выполнено порядка 65% работ по подготовке к зиме. А вот начинать отопительный сезон в этом году торопиться не будут. Снижен порог включения отопления с 8 градусов среднесуточной до 6. И санитарная норма в квартирах снижена с 18 градусов до 16. Это задача, которая поставлена Кабинетом министров Украины в части обеспечения экономии 30% потребления природного газа от прошлых периодов. Она сегодня есть, она актуальна. Сегодня соответствующий план мероприятий рассматривается и в том числе по Запорожью в Минрегионстрое на соответствующей защите. Поэтому одним из организационных мероприятий, скорее всего, будет мероприятие по сокращению продолжительности отопительного сезона. Тепло в этом году включат позже, а отключат раньше. Массовое включение обогревателей, скорее всего, вызовет перенагрузку сети и, как следствие, аварийное отключение. Так что утеплять квартиры и подъезды стоит начать сейчас, не дожидаясь прихода холодов. Многие уже так и делают. По-другому пережить эту зиму вряд ли получится.